Да, короче, я, у меня есть вот 11 ключей, 14 сундуков. Начнем по одному или все? Давай по одному. Так, первый сундучок, погнали. Что тут? О, эта сука у меня есть уже. Ладно, следующая часть. О, неплохо, самоцветик. Прям с первого сундука очень здорово. Так, идем дальше. Давай следующий сундучок. Так, говно, блядь. Так мы провалились с шахами. Так, поехали дальше. Так. Сундук. Гребень петуха. Е-е-е. Ой, как охуенно. О, ключик, заебись. И 150 центов. Здорово. Все здорово. Так. Открываем вот эту. Так. Крагас. Ага. На собор фейс. Ну, ты спонтовый, во-первых, чемпион. Во-вторых, ну, чемпион прикольный. Им такое тебе. Ладно. Открываем. Сердце Е2 раз. Эпический образ. Да, ну он охуенный. Так, все правильно. Славян, я знаю, что ты это посмотришь, так что пиздешь во благо. Открываем. Да почему ты сундук забыл? Е-е-е, я хотел его себе, короче. Он мне нравится, прям. Еще пока говно выпало, только киндер. Ну и, блядь, только мне стоило про это вообще сказать, и я выпал. Говняный петух. А, и петух мне тоже выпал. Да, похуй. Так, осталось 4 ключа. Давайте чем-то. О! Прям вообще пруха! Нет, нет, сиди дальше. Давайте снимаем еще раз, короче. Сейчас этот, еще два сундучка и... Опа, чирик! Я даже не знал, что такое есть вообще. И ключ. Не-не-не, просто нормально. Так, открываем. А на них разве отдельно идет? А, ну давай откроем. Открыть два или открыть один? А, ладно, ладно. Хозяйка клинков Моргана. У нее клинки прикольные, надо. Все ну и открываем последний. На сегодня сундучок. Модифицированный волков. Здорово вообще. Итак, что у нас получилось? А. Скинов, 3 чемпиона и петух. Тотем петух. Да чё? Ну ладно, сейчас общем, короче, я ой, ты один самоцвет еще вот. Можно, можно еще что-нибудь? Нет. Ладно, все здорово, все охуенно, мне понравилось. Вот. На этом можно запись заканчивать. Всем спасибо, все свободны. Ждем новых донатов. Будем набивать сундуки.